Сегодня мы решили протестировать совершенно новый для Якутии вид спортивного отдыха. Парасейлинг зародился в заграничных курортах, где в роли транспортного средства выступает катер. Но якутяне трактуют его на свой лад. Настоящий экстрим. Парасейлинг – это два английских слова. Парашют – парашют и сейлинг – плавание. Это активный вид отдыха, при котором человек закрепляется с помощью длинного троса, двигающегося транспортному средству, и благодаря парашюту парит по воздуху. Парасейлинг является популярным развлечением во многих курортах мира. Принцип парасейлинга в Якутии в том, что человек с парашютом закрепляется с помощью троса к машине. Когда машина начинает движение, человек взлетает в воздух. Машина проезжает 500 метров, после чего медленно затормаживает, и человек плавно опускается на сугробы. Перед полетом человеку дается исчерпывающая инструкция действий при взлете, полете и посадке.